6 сентября заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов побывал с рабочим визитом в Астрахани, где проверил ход реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Улица Савушкина. Место встреч и прогулок горожан. Здесь расположены сразу три областных вуза. О результатах работы на этой улице Игорю Астахову доложил глава городской администрации Олег Полумордвинов. Мы сегодня с вами находимся на улице Савушкина, которая была вот выполнена в рамках БКД. И, как я вам уже сказал, синхронизируем другие работы. Обновление дорожного покрытия одной из главных артерий Астрахани почти завершено. Эксперты подтвердили, дорога ровная, материалы соответствуют всем требованиям качества. Не менее значимый объект – трасса Астрахань-Красный Яр, граница с Республикой Казахстан. Два участка этой региональной дороги протяженностью более 10 километров также приводятся к нормативу в рамках проекта. Почти завершены работы на 3-километровом участке в микрорайоне Бабаевского. На подходе второй, 7-километровый. Здесь полным ходом ведется устройство верхнего слоя покрытия. Эти объекты – лишь малая часть намеченной программы. Агломерации все идет по плану. Изначально в проект «Безопасные и качественные дороги в Астраханской агломерации» вошло 64 объекта. В результате экономии после торгов удалось начать работы еще на двух. Мосту через реку Белый Ильмень на трассе Астрахань-Красный Яр, а также на подъездной дороге к Кирикилинскому мосту. Реализация всех планов позволит обеспечить максимально комфортное сообщение между ядром агломерации и городами-спутниками.